Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Эйвор, и мы с вами в Assassin's Creed Valhalla. Итак, друзья, у нас по-прежнему это вонючее задание. И в прошлый раз мы тут так славненько угробились, спрыгнув с этого вонючего мостика. Мне нужен этот навоз. С ним мои стрелы более смертоносны. Во время войны никто не жаловался. Вот, и парень уговаривает своего отца в конце концов помыться. Отец не моется. Я его пыталась столкнуть, но теперь я вижу, и, кроме всего прочего, вы мне тоже писали в комментариях. Большое спасибо за подсказку. Я спущусь, но мой героический запах останется. Благодаря ему я так силен. Так сказал мне Господь. Так вот, я уже вижу, что он стоит-то на таком очень-очень шатком помостике. Давайте-ка мы ему... Нет! Мой грязевой доспех! Я весь промок! Фу! Вода! Ненавижу воду! Меня смыло всю грязь, а с ней слой священного воинского дерьма! Какая прелесть! Какая прелесть! Ну что ж, священное воинское дерьмо... Ну вот, наконец-то папа отмылся, вонь не придется терпеть, а этот знак рога означает, что здесь проезжает мимо... Слава богу! Мой прекрасный муж Деголас очистился. Любовь моя, ты наконец чист, как и наш дом. Подойди, дай вспомню, что было под слоем грязи. Итак, ну, тем не менее, свинья осталась. А ну-ка, давайте-ка мы поговорим с ним. Ну и каково снова быть чистым, Деголас? Странные ощущения. Я был таким счастливым комком грязи. Меня не беспокоила вся эта суета. То, чего хотим мы, не всегда совпадает с волей богов, наших родных или тех, с кем мы спим. Но я предал воинское прошлое. Грязь так помогала мне. Навозные стрелы вселяли ужас в носы врагов. Стрелы и дальше будут попадать в цель. Ты же не растерял свои навыки? Время покажет. Прощай, незнакомка. Деголас прекрасный. Итак, ну что ж, одной тайны меньше. Мы получили опять 2 очка навыков. И... Так, Эйвор, давай-ка посмотрим. И все прекрасно, как говорится. Сынишка. И да, я хотела посмотреть... Так, Эйвор, открой дверь, не надо ее больше ломать. Здесь по-прежнему у нас есть какие-то сундучки с навозом. Но что я хотела посмотреть? Я хотела посмотреть записочку, друзья. А именно почитать ее нормально теперь. Без спеха. Запачканное письмо. «Дорогой отец, наш дом уже не спасти. От него воняет, как от подмышек дьявола. Я подумал вернуться к тебе в хозяйство Фулы. Даже от загона для скота пахнет лучше, чем от Деголаса. Про себя я называю мужа тот, от кого не стоило, за кого не стоило уходить. Прошу, помоги. Если можешь, пришли щелок, уксус и лохань. С почтением, пропа из Мерсии». Так, ладно. Что ж, или мы читали уже, я уже не помню. Прошло некоторое время, когда я проходила этот квест. Так, что у нас там с едой? Ага, еда нам пригодилась, смотрите-ка. Ну да, мы же тут потратили, пока носили эти вонючие... Стоит это разбить, Эйвор, как ты думаешь? Что-то там было, подожди, там было что-то, что-то было. Дверь-то ты зачем вышибла? Все, успокойся. Нет, подобрать был навоз на этот самый. Чемоданчик. Все, извините, товарищи.
Но пускай выветрится ваш домик, я думаю, что лишним не будет. Итак, кроме всего прочего, у нас тут еще немножко металла. Мы его тоже подберем. И я бы хотела найти какую-нибудь еду. Поскольку, если нам воевать дальше, то очень и очень плохи наши дела. Впрочем, может быть, мы и найдем. Итак, мы с вами, в принципе, выдвигаемся по заданию «Тварь из преисподней». Давайте-ка посмотрим на карту, где мы есть. Угу. И у нас вот здесь какие-то еще вещи. И вот здесь какие-то вещи. Если я правильно могу разглядеть карту, да? Что-то тут такое есть, по-моему. Так, а тварь из преисподней у нас где? Это здесь, это здесь. В этих областях мы еще не были. Ну ладно, я так думаю, что, может быть, мы сделаем и синхронизацию, и посмотрим все тут. Хотя и здесь тоже есть у нас пункт синхронизации. Так вот, трубный звук, который мы слышим, это, я сейчас не помню, как здесь они называются, в этом, в Одиссее они назывались филаки. И очень мне не хотелось бы с ними встречаться. Олень. Так, зачем я это делаю? А для того, что нам нужно добыть провиант. Да, Эйвор? Так, вот, немножко пополнили. Где наша метка? Куда мы ее поставили? Туда. Так что и идемте туда. Забавное задание. Просто я уже, как говорится, под конец записывала несколько серий сразу. Внимание себя исчерпало. Я не сразу увидела, что тут есть действительно место, где можно выстрелить. Слушай, а что вот там такое наверху? Просто камни с этой, с металлом. Да, смотри-ка, просто камни с металлом. Ну да ладно. Раз уж мы сюда забрались, почему нет? А это что такое? Осколок отлетел, понятно. Ох, вот куда мы с вами поставили меточку. А что у нас тут такое, Эйвор? Как ты думаешь? Явно какое-то поселение, которое по нашим варварским обычаям положено разграбить, зайца. Так, ну пока мы не разграбили, хотелось бы все-таки найти какой-то провиант. У нас мало здоровья. Так, вот кто там ходит? Это кто? Лиса? Так, ладно. Чудесный день. Так, а вон еще. Тихо. Зайцы и лисы мирно существовали вместе. Но пришла Эйвор, и идиллия закончилась. Так. Провизия. Но при этом мы теряем стрелы, или мы забрали стрелу? Вроде забрали. Какое-то поселенице. Язычники! Вернее, наоборот, это мы язычники. Там вообще какая-то башня. Как интересно. Так, ладно. Постепенно, постепенно. Ты кто? Ага.
Может быть, он, конечно, и не враг. Но подсвечивается он красным, поэтому... Ты-дым, 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 ты-дым. Вперед! Возьмем языческую тварь! Ой. Слушай, возьми-ка ты его, а? Записка о месте. А как бы нам ее почитать? А ну-ка. Предметы. Сумка. И можем ли мы ее почитать? Так, а ну-ка, давай читаем. Записка о месте. Терсер, сожалею, но твой отважный брат пал от руки данов. Отомсти за него, сын мой. Ага. Ага. Ну-ка, давайте-ка мы, пока мы тут, в навыки перейдем. Итак, я тут куда-то стала качаться. Почему-то сюда. Уж не знаю, почему. Хотя мы шли по ветке волчьей. Да? Нет, волк здесь. По ветке ворона мы шли с вами. Вот, а это ветка медведя. Не знаю, чего это, чего меня вдарило в этого медведя. Безопасное приземление. Вот это я тоже хотела бы открыть. Куда я еще двигалась? Автоподбор. Вот сюда я двигалась. Но здесь прям так надо такой кренделябль сделать, чтобы сюда выйти. Так, здесь у нас что? Шутка ассасина. Это классическая дымовая бомба. Так, приземление. Что у нас тут? Скрытая разведка. Ну, так себе, в принципе, тратить на нее очки. И это растоптать. Уп. Классная вещь. Классная. Так, урон от способности. Устойчивость. Ближний бой. У нас, в принципе, 11 очков, может быть, нам хватило бы вообще на все. Управляемая стрела. Вот это ерунда полная на самом деле. Яд. Удар в спину. Это все стрелялкины. Так, что вот это такое? Как странно, что оно прямо отсюда. Я не могу его открыть. Смотри, сюда и сюда. Хорошо, может быть, я до него могу добраться? Отражение стрел. Поймать любое метательное оружие и метнуть обратного владельца. Слушай, как интересно. Так, значит, идем тогда сюда. Безопасное приземление нам надо... Дает бонус к снаряжению ворона. Но у нас снаряжение медведя. Может быть, когда-нибудь у нас и будет снаряжение ворона. Молот. Молота у нас нету от слабых ударов. Ладно, давайте берем так. Пошли слабые удары. Что у нас тут? Ага, очень интересно. Это у нас лук-хищник. А у нас какой лук? Нет. Пусти меня обратно. Предметы. А какой у нас лук? У нас лук гунов. И, насколько я знаю, у нас и хищник есть. Вороновский. Но он хуже. Атака возрастает с высоким здоровьем. А, это уязвимое место. А, ладно. Ладно, может быть, мы когда-нибудь и доберемся. Ну, как я и говорю, можно всегда тут все перераспределить. Атака с разбегу. Бабах. Интересно.
Последний шанс. Если во время боя ваше здоровье упадет до критически, все вокруг замедлится. О, хорошая вещь, хорошая вещь, хорошая вещь. Поэтому идем сюда. Не, не идем сюда. Давай, ближний бой. Безопасное приземление берем. Вот. Мы больше не будем разбиваться. Отражение стрел. Ладно, давайте я сейчас тут, как говорится, понаберу очков. Эх, ёлки. Улучшение адреналина. Одна ячейка адреналина. Ну, не хотела бы я ходить. Все-таки мы идем по волчьей тропе. Так, урон от внезапной атаки. В голову. И урон от способности. Так, пошли сюда. Урон от способности. И опять слуг хищник. Уклонение. Хорошая вещь тоже. Ну, сделаем так. Короче, наша мощь. Мы мощны на 40%. Вообще, интересно, можно ли вообще все открыть? Ну, очень много всяких способностей. Усиленный выстрел. Выстрел. Тут все больше по выстрелам. Сорви голова. Кстати, неплохо. Шкалу здоровья успешными атаками в ближнем бою. Это вообще как бы наша. Просто наша. Ну да ладно. Так, все, друзья. Не будем долго сидеть, потому что я могу сидеть долго во всем этом деле. И в кустах мы тоже можем долго сидеть. 13 стрел у нас. И... А, кстати, мы какую-то способность... Не, не нашли мы способность. Это мы просто умение открыли. Дождик пошел, погода испортила, Сейвор, пока мы тут сидели. Да зачем же ты его взяла? Положи, положи, мужика. Не трожь. Здесь, здесь есть... нужна осторожность. Я уже поняла, что тут нужно. Удбек, запретная область. Чё, нет? Безобразие, Эйвор. Безобразие. На дерево не залезть, но оно нам и не надо. Итак, Сюнин. Что видишь вокруг? Слетай-ка ты, Сюнин. И я очень надеюсь, что когда-нибудь Сюнин тоже получит способность помечать врагов. Потому что пока мы просто можем осмотреть, что тут да как. Ага. Пометили ключик. Хорошо. Что еще нам тут надо? Домик этот нам надо. Хорошая сосна тут растет у нас. Тут у нас какой-то босс сидит. Угу. Вот, кстати, тоже хорошая сосна. Ладно. В принципе, задача ясна. Но вот как его выполнить, вопрос, конечно, интересный. Дай-ка мы пойдем, может быть, как-нибудь другим путем, да? Там у нас на лошадках люди. Пригнувшись, мы бежать тоже можем.
Я зайду сначала со стороны ключа. Ой, елки. Отомсти. И, в принципе, как получится. Понятно, что можно проходить скрытно. А можно не скрытно. Эти там что-то застряли в воде. И, в принципе, я и пытаюсь как бы скрытно пройти, но... Но хо-хо! Их тут очень много. Не надо так кричать, это тебя выдаст. А, смотри, вот кустик. Отлично, у нас почти полный запас. Так, в вереске мы можем спрятаться. Ну, надо же, какой хороший вереск. Так. Это где он сейчас нас заметит, да? Не-не-не, ты меня не видишь. Интересно, он сюда пойдет, если я его свистну? Так, а как оно там было-то свистнуть? Угу. Но он глуховат. Что ж там стряслось? Иди сюда. Так, как там было? F, по-моему, было. Внезапная атака. Так, нет, Эвер. Поздняк метаться. Так, ну-ка, ну-ка, удастся ли мне это? Бежишь, нет. Это. Есть. Окей. Пока что еще полностью тревога не поднялась. Сколько я вижу, да? А нужен мне ключик. Мне, в принципе, не обязательно вырезать всю... Весь этот... Я уж не знаю, как это назвать, поселение. Ага, смотри, что у нас тут... Получены сокровища. Какие сокровища? Не увидела. Уходим, уходим, уходим. Нужны стрелы. Так. Бульк.
Так, там сидит царек. Хоть что-то мы собрали. 10 стрел. Маловато будет. И, в принципе, честно говоря, вот этим вот зачистками как-то мне, ну, вот уже неинтересно заниматься. Но все равно тут есть вот эти вот сокровища. Сокровища, именно это нас и подманивает. Так, Сюнин, ну-ка, подожди. Покажи. Подожди, Сюнин. Давай-ка, только не в елку. Где-то тут еще что-то было. Это было там. Ну, память этого, что ли. Хотя, ладно. Так, это было здесь, и царёк здесь. Ладно. Ох, ёлки, Сюнин, подожди, Сюнин. Почему ворон не... А, он некоторое время недоступен. А сейчас... Расправь крылья, Сюнин. Этот... Темплиер... Где-то он прямо здесь ходил. Я видела его значок. Где-то прям рядом мне показался. Так, а здесь почему у меня что-то помечено? Что у нас тут в болотах? Или это я просто пометила, и теперь тут эта метка стоит? Так, секундочку, сейчас мы с этим разберемся. А, ну да, это просто я пометила. Итак, царёк и вот здесь вот что-то. Оставим это дело так. А, вот он этот страшный зверь. Вон он ходит. Ладно, судя по всему, ладно. Оставим это дело. Итак, куда мы сейчас направимся? Ну, прежде всего в кусты. А, тут эти конные. Вас там двое, да? Опа, тихо. Учуял. Горел на работе. Эти что-то почуяли, неладное. Да, мне очень невыгодно сейчас поднимать тревогу, потому как... Слушай, сколько их конников... Потому что сюда приедет этот темплиер. Не-н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 е. А ну-ка, давай-ка сюда. Что-то мне говорит, что на сосну эту я не спрыгну. Айвар, давай. Да что ж ты делаешь-то?
Знаешь, мужик, как говорят, любопытный Варваре, на базаре кое-что оторвали. Так. Можно лазить, только надо знать, куда. Угу. Высоко сижу, далеко гляжу. Так, а еще выше можно? Очевидно, да? Так, а кто вот это там такой внизу красный? Это уже убиенно или это как? Вот это вот, что это? Подожди. Что это такое? И что это было? Вот мне прямо интересно. Так, ладно. Мы... Там кого-то прибили, а кого сами не поняли. Так, давай-ка сюда. Смогу я? Ну, теоретически, да. Двоих я смогу прибить, как вы думаете? Ау. Так, а может тут и не царек? Тут смотрите, внутри-то никого нету. А ну-ка. Сокровище. Топор Хускерла, который стоит целое состояние. Но это еще не все. Тут же что-то еще было. Вон еще. Кошелечек. Сундучочек. Руна. Горение. Угу. Так, что еще у вас тут есть интересного? Записочки? Нет, ничего нету. Ладно, так, здесь мы не будем выходить греметь. Давай-ка выйдем обратно. У нас стемнело. Вернее, начинает темнеть. Так, и я не вижу стрел. Что нехорошо. Ну, в принципе, нам что тут надо-то? Охотничьи стрелы. А вот там опять что-то тоже. Смотри, что же это такое? А ну-ка, давайте-ка мы туда сходим. Ах, это змеи! Ах, вот это что? Ну ничего себе, у них тут питоны. Вот это да. Вон еще змея. Интересно, а если я его подзову свистом, он на змею наступит? Ну кто-нибудь. То есть. А, это они на змею. Делай, как я.
Давай, змея, съешь их. Пробуем зайти сзади. Что это за анаконда такая? Меня кто-то слышит? Ой. Что это было? Меня ты нашла. Достойно. Но всех тебе никогда не отыскать. Так не старайся. Нас никому не победить. Мы таимся в глубинах вод, но сильны и опасны точно разлив. А ты как? И к чему такие вопросы? В подобный момент. В твоих словах кроется нечто неведомое. Загадка. За каждым звуком, что срывается с твоих губ. Ага. Все не так просто. Мы убили члена ордена. Как интересно. Как это неожиданно, я бы сказала. Пришли за змеей, а убили члена ордена. Ну, в принципе, одна от другой недалеко ушли. Так, рыбаки. Нет. Лети же. Наверняка другие тоже хотят дать им бой. Да. Клянусь, этими чудаком и бегай. Прекратить эту бойню может лишь Иисус Христос. Ой. Он нас не покинет. Ладно, нам ребята. Нужно стать мудрее. И мать родную продали бы. Ребята, вы тут так хорошо сигнальные огни, это чудно, но пока ты не в доспехе добежишь, ублюдков и след простынет. Всю родню забрали. Сестер, кузин, теток. Они мертвы в рабстве? Не знаю. Остался лишь дядя Верстон. Кстати сказать. Ну, хоть не гноится. Я бы спросил, из чего оно, но старой знахарке нравится лук. Стоит мне зайти, сразу плачу. Слышал, старая Батиса хорошо лечит. Современно. Былые средства забудутся, когда будет больше имбиря и перца. Эй! Не сбежишь, сина! Да блин, я вас тут... щадила. А вы тут мне... Победе во славу! Сокрушим врага! Выдохлась я. Не могу совершать атаки, которые надо. Так, подожди, мужик. Грешники будут в аду! Опа! Ах да, это этот, копьеносец. Ты куча навозная. Ну. Это тебе за навозную кучу. Эвер не любит, когда ее обзывают. Уж тем более навозной кучи. Итак, мы только что прибили члена ордена. Да, их можно было поджечь, но я, видит бог, не хотела их вообще трогать. Ладно, брось его. Вот, я лезла-то сюда за стрелами, которые здесь были. Ну вот, так получилось, так получилось. Так получилось. Так, ну что ж, запретная область. Теперь понятно, кто у нас тут обитал. Это были члены ордена, и их тут охраняли. Кроме всего прочего, у них тут много змей. И все, как видите, все разбежались.
уже практически никого не осталось. И остался только где-то там. Так, слушай, а тут есть что-нибудь покушать? Добыча. Еще добыча, цветочки. Не буду я тут сильно лазить. Так, где? Не вижу. Дай-ка карту. Вот здесь вот еще, да? Ага. Утбек. Ну что ж, покончено с утбеком практически. Вот, туда мне. Там, кстати, еще ходит народ. Так что осторожнее. У нас тут английские анаконды. И тут еще полно стражи. А здоровьишко наше не очень. И стрелы тратить не хочется, если уж на то пошло. Хотя можно и потратить. Заметили, да? Так. Побежали. У нас уже тут пошла такая пьянка, где режь последний огурец. Ну вот. Кто еще тут у нас есть? Ага. Так, да ладно. Итак, там осталось еще трое. В принципе, даже не знаю. Там тоже какая-то важная персона. Смотри-ка, с этим, с флагом. Подожди, Эвер, ну давай уже, прекрати скакать, как коза. Так сразу мы его не убьем. Подожди же. Так. Сломанный лук. Так, все, да? А ну-ка, давай-ка прогуляемся к знаменосцу. К змееносцу.
Что они тут охраняли? И где он? А вот он. Так, добыча, провизия. Тоже провизия, клюв цапли. Ух ты, это у нас просто закат такой. Яркий закат. Так, мы забрали же, да, тут все, что нам надо было. Здесь точно не было никаких записей. Как-то мало-мало находим мы сведений. Вот нашли мы эту записочку о том, что бей данов, убивай данов, даны, гады, сволочи. Да, и все. Все, так, цапля. Чахла, цапля, сохла, цапля, сдохла, наконец. Он еще цапля, но не хотелось бы за ними туда плавать. Так, а нам куда-то туда. И хотим мы или не хотим, наверное, надо брать лодку и плыть. Не знаю, возможно, здесь еще что-то есть. Давайте посмотрим. Наверняка что-то есть, но, друзья, честно говоря, вот прямо уже не хочется. Не хочется. Иногда бывают такие какие-то вот моменты, когда хочется бродить, высматривать. Вот смотри, наверняка туда вниз тоже можно залезть, да? Есть тут что-нибудь такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько тут крыс. Добыча. Под большим деревом. Интересно, они устроили. Так, что, нету? И сейчас мы посмотрим, что мы вытащили с этого члена ордена. Во-первых, кто это был? Это кто-то был из нашего списка, который нам дали наши ассасины. Хасим, да, его звали? Не помню. Так. Все они Хасимы. Ну как, подожди, неужели никаких тайн нету? Вот смотри, тут явно что-то спрятано. Нет. Не спрятано. А зачем тогда тут досками так все забито? Это ж ёбкаламане. И свечки стоят. Странно, ладно. Но мне казалось, что-то тут есть. Могу ошибаться, имею право. Так, ну что, дождик пошел. А, вот и стрелы, отлично. Наверняка все-таки это не полный комплект. Поэтому давайте еще пробежимся. О, смотри, там какое-то кладбище. И вот. Цапля! Испугали мы цапель. Блин. Ладно, не надо тратить стрелы. Мы только что немножечко набрали. Найдем мы как-нибудь провиант. Что за странный крест? Хотя вполне возможно, что это не крест, а просто обломок мачты. Бог их поймет. Этих странных англичан. Что? Опять анаконда? Нет? А, ну да, мы же здесь вот и были уже, да? Да, все. Может, здесь что найдем? Ну да, что-то есть, добыча. По мелочам. Еды нету. Стрел не вижу. Все, поехали.
Смотри-ка, вот тут лодочки. Давай, нам куда-то на ту сторону. Тут у нас еще какой-то островок такой интересный есть. Слушай, ну цапель у вас тут просто. Так. Что за островочек? О, стрелы. Отлично. Тут прям все для нас приготовили. Смотри, Эйвор. Правда, водичка эта после тех навозных историй, я с опасением поглядываю на такого зеленого цвета водичку. Взяли мы эту добычу? Ух ты. Чувствую прилив сил. Ты зря сделала, Эйвор. Сейчас-то тебе эти силы ни к чему. Хотя, с другой стороны, а зачем здесь тогда все эти сыроежки? Разведай местность, Сюнин. Не, Сюнин, ты в данном случае бесполезен, хотя подожди. А ну-ка. Да, мне так кажется, что там что-то есть. Ну-ка, на большой карте давайте посмотрим. Ну, конечно, конечно. Тут у нас есть чего-то такое интересненькое. Спасибо, птичка. И это интересненькое где-то здесь. Мы пробежали мимо. Вернее, мы еще не дошли. Добыча. Кто-то тут что-то добывал, а теперь добыли мы. Да, ну ладно. Так, надо нам максимум. А урна-то, между прочим, с рунами вот эти кувшины. Так. Эх, какой туман. Так, ага, смотри, еще какие-то грибы. А ну-ка. А, не может съесть. Все, не хочу я больше ваших лисичек трубчатых. Болото, гриннические трясины. Может быть, нас потом сюда наш квест и приведет. Как знать. Пошли с этих туманных болот. Новая область открыта. Миддлтон, да? Ага, и быстрое перемещение. Мы сюда можем вызвать наш дракар. Полный запас. Что за поселенница? Там мирные люди. Хотя в наше время, мне так кажется, мирных не осталось у нас поселений. А мы сейчас это выясним. Вот мы сюда войдем. У нас будет опасная зона, нет? Нет, друзья, это не опасная зона. А ну-ка. Карта. Отлично, мы нашли какое-то невраждебное место. Так, давайте-ка мы посмотрим, во-первых, орден, да? Кого-то мы сейчас с вами пришлепнули, и это была Леовгифу. Палантин Леовгифу Ножны. Леовгифу, также известная как Ножны, организует все тайные военные операции ордена в Грентебриджшире. Она доставляет оружие и командует особыми отрядами. Родители Леовгифу. Что за имена? Леовгифу. Странно. Умерли от морового поветрия. И она выросла среди разбойников
Я, в конце концов, стала наемницей. Ну, такая мощная тетка была. Орден обратил внимание на ее боевые навыки и вскоре завербовал. Среди наемников Леовгифу также ценит, а сама она часто преподносит другим офицерам дорогие подарки и оказывает им различные услуги. Они же, в свою очередь, смотрят сквозь пальцы на ее махинации, думая, что она занимается простой контрабандой. На самом же деле Леовгифу помогает ордену добывать оружие. Ну что ж, одним добытчиком оружия для ордена стало меньше. Следующий у нас Хунта, сын Хунты. Победа одержана, Кьотви тоже. Так, ладно, это все, что связано с орденом. С этой стороны мы тут немножко подчистили. Итак, мы взяли какой-то новый топор. Топор Варина 72. Медвежий коготь. Угу. Вороновский, а это медвежий, да? Топор Варина, это отцовский топор. Ну-ка, покажи-ка мне. Мы там взяли еще какой-то топор. Итак, это Варина. А вот это мы в руках держим, а это новый. Топор Хускерла, да-да, вот его-его. И, кстати, 50... Медвежий коготь 60, полностью прокачанный. Надо бы вот этот топорик-то нам качнуть. Мы его можем качнуть без... улучшить. Так... И он стал 68 у нас вместо медвежьего когтя. Так, и поставить сюда руну. Здесь у нас что стояло? Атака. А ну-ка. Атака 2-4. Атака, атака ярости. Атака способностями. Поджигание. Так, дай-ка мне еще раз предметы. Нет. Сумка. Нет, не сумка. Господи, как же тут просто, чтобы... выбрать и вот здесь вот руны убрать. Малая руна ярости. Какая атака? Вот ее. Как мне ее убрать-то? Или поставить какую-нибудь другую? Вот эту вот поставить. Так. Давай так. Тогда у нас на этом освободится место. Руна. Или мы таким образом их уничтожаем? Вот, руны ярости, атака 3-2. Итак, в этом у нас атака стоит, и здесь у нас тоже стоит в топоре Варана 2-4. Подожди, а почему? Не-не-нет, мне из топора Варана надо убрать руну. Поставь туда что-нибудь там, ну не знаю. Тактику поставь. Вот, и руна ярости у нас должна освободиться. А ее мы поставим сейчас в топор Варина. Да блин. Вот. Теперь смотрим, что у нас, какие мы топоры-то в руках держим. Атака 3-2. Топор Варина 72, да? Это у нас какой? В правой руке.
И Хускерл 68. Он получше здесь. Так, все так? А, нет, вот оно. Давай, Варина. Или подожди, Хускерла у нас двуручный. Я зря, что ли, сделала? О-о-о, ёлки с палками. Да нет. Нет, все правильно. Вот, два топора у нас. Все. Первый и второй. Итак, Варин и Хускерл. Отлично. Так, что у нас тут? Улучшить мы ничего не можем. Нам нужны уже какие-то другие материалы. Так, руны, колчан. Но мы сейчас улучшили топор, поэтому ничего не можем. Так, что я еще хотела? Да, руна у нас есть, амулет. Медальон Ордена Древних. Угу. Это мы добыли. Причем у нас два. И записка о месте мы почитали. Ключ Арнира. Или Орнира. Ключ со следами зубов, найденный на острове, что к востоку от верфи Хервика. Ладно. Голова лося кровавого пика. Это мы, наверное, все можем повесить. Ну и всякие наши найденные штучки. Так, друзья, что я думаю? Я думаю, что мы с вами сейчас вот сюда вот выбежим на эту набережную с прекрасным видом. Вот, и здесь с вами попрощаемся, пойдем знакомиться с этим поселением. Я очень надеюсь, что дружественным, потому что как-то мы устали от этих войн, устали, даже наш медведь на плече пригорюнился. Вот, увидимся с вами в следующей серии, а всем, кто посмотрел эту, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.